Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Робота, яка раніше приносила цікавість, зараз викликає роздратування, перетворилася на низку сірих буднів. Досягнення не тішать, колеги нарадують, а складні завдання викликають страх. Можливо, у вас синдром професійного вигоряння. Сьогодні про це захворювання, якщо можна так сказати, та методи боротьби з ним. Будемо говорити з психологиною Юлією Сіліною. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Юлія, розкажіть нам, що ж таке професійне вигоряння? Что такое синдром профессионального выгорания? Прежде всего, это синдром, который формируется на фоне постоянных стрессов. Что происходит с человеком, когда какие-то симптомы появляются? Естественно, человек истощается эмоционально, истощается энергетически, истощается нервная система, это могут появиться какие-то заболевания. И, конечно, истощается личностный рост. Поэтому на самом деле это достаточно серьезное заболевание, которое может приобрести человек в ходе своей работы. Чи є якийсь перелік симптомів, за якими можна визначити, що в тебе саме от синдром професійного вигоряння? А ви знаєте, симптомів дуже багато одразу. Я зараз перечислю ці симптоми, але одразу скажу, що такі симптоми можуть бути і по іншим захворюванням. Важливо для того, щоб поставити такий діагноз, звернутися до спеціаліста, який по своїм тестам, критеріям, методам оцінки можуть дійсно підтвердити і сказати, що це синдром профессионального выгорания. Что происходит прежде всего с человеком, у которого начинается вот даже эмоциональное или энергетическое истощение? Конечно же, это усиленная тревога. Это может быть бессонница, головные боли. Часто сопровождается повышением давления. Могут быть обостриться какие-то желудочно-кишечные заболевания. Могут вообще обостриться любые заболевания на фоне высокой тревожности. Также пропадает интерес к работе, пропадает интерес к общению. У человека нет сил утром встать, он не может проснуться утром, заставить себя встать вовремя, прийти на работу. Ему приходится ужасные усилия прилагать для того, чтобы встать с теплой постельки и пойти на работу. Работа стает нелюбимая. Если раньше человек получал удовольствие от этой работы, то при получении такого синдрома, как профессиональное выгорание, для человека эта работа становится ненавистной. Естественно, это сказывается на общении. Общение и в семье, и общение в социальном мире. Появляется очень много агрессии. Человек ни с того ни с сего начинает пылить, вспыльчивый становится. Это, естественно, сказывается на качестве общения. Те же самые сотрудники, не понимая, что происходит с коллегой, могут обижаться или тоже делать какие-то вот такие, создавать ситуации, которые будут приносить напряжение. Что еще может? Нету мотивации, да, нету интереса, нету развиваться желания, нету делать эту работу, нету желания зарабатывать денег. Сюда же можно отнести даже депрессивные симптомы, потому что действительно человек своего рода в какую-то такую вот определенную депрессию впадает. Поэтому очень важно наблюдать за собой и смотреть и чувствовать, заботиться о своем здоровье. Потому что самое первое, что появится, это тревожность. Тревожность на работе, тревожность дома, плохие сны. Может человек опаздывать на работу или наоборот, приходить раньше времени. Ощущение реальности тоже пропадает. То есть это достаточно серьезное заболевание, о котором нужно знать. А чи є якісь фактори ризику? Хто найбільш схильний до цього синдрому? Вы знаете, считается, что больше склонны люди, которые работают в системе человек-человек, то есть это социальные работники, это менеджеры, социальные работники, это психологи, преподаватели. Но я вам скажу, что на самом деле это не так. Если, например, высокий риск, например, жизни МЧС,
у них они очень быстро выгорают. Те люди, которые работают в этой системе, они очень быстро выгорают. Те же самые милиция, те же самые любые как бы какие-то военные войска. То есть сюда же можно внести самых элементарных айтишников. Люди, которые сидят часами, программируют, они настолько истощаются, что я считаю, что каждый человек подвержен такому заболеванию. Если он не следит за своим здоровьем, он подвержен, и в любой момент это может проявиться абсолютно в любой работе. Так же само в работе журналиста, общаясь с людьми, с новыми людьми, выслушивая их истории, не умея эмоционально справиться с этими эмоциями. Естественно, приходит момент, когда появляется очень сильное напряжение. Поэтому практически все люди склонны к этому заболеванию. А які от причини конкретні? Це є якась точка відліку, коли от починається професійне вигоряння? Да, прежде всего причини – это атмосфера на той работе, в которой работает человек. Если, например, знаете, вот как говорят, там, руководитель, он такой, знаете, тиран, и все ходят по стойке там смирно, все выполняют четко указания, все по часикам, но это очень сильное напряжение. Или, может быть, неблагоприятная сама по себе атмосфера в коллективе, например, неслаженная работа. Там, где каждый делает свою работу, но тем не менее, как механизм, они единым целым не работают. Естественно, для человека непонятно, что делать, как делать, для него четко задачи не поставлены. Очень часто подвержены люди, у которых очень сильная загрузка. То есть, например, рабочий день 8 часов, но, к сожалению, за 8 часов человек не справляется со своей работой и добавляет часов и сидит 10-11 часов, уходит поздно с работы. Но я замечу также, тот человек, который целый день сидит на работе, бездельничает, и которому нечем заняться, он также само подвержен выгоранию. А что сюда еще могут? Сюда же могут входить и какие-то личностные особенности. Например, опять же такие, нервная система. Есть, если посмотреть характеристику нервной системы, это темпераменты. Да? То есть сангвиники, холерики, они более, у них устойчивая нервная система. То есть у них устойчивая нервная система к стрессам. Естественно, они будут дольше приходить к этому синдрому. Если, например, человек флегматик или меланхолик, у него нервная система сама по себе изначально при рождении она уже была истощена. Естественно, такие люди при какой-то большой нагрузке они будут очень быстро истощаться. То есть этот фактор тоже нужно учитывать. Также может быть нелюбимая работа, нежелание идти на работу. То есть вот я хожу на работу для того, чтобы заработать денег, но мне эта работа абсолютно неинтересна. То есть работа сама, не по, ну, как бы от нее не получаешь удовольствия. За счет этого человек тоже истощается. То есть очень много факторов, которые могут привести как личные особенности, так и атмосфера, в которой работает сам человек. Что же робити, як діяти у разі появи такого синдрому? Самое главное – заботиться о своем здоровье. Первое, что важно – осознавать о том, что в моем мире я самый главный. И если обо мне никто не позаботится, то есть на самом деле никто не позаботится, только я сам о себе могу позаботиться. Поэтому очень важно, если, например, у вас появилась бессонница, и вы не можете справиться с этой бессонницей, я советую, рекомендую не бежать покупать таблетки, потому что таблетки на самом деле проблему не решат. Как обычно, они снимут симптом, а проблему не решат. Психологи достаточно хорошо сейчас помогают в этой ситуации без каких-либо медикаментозных препаратов убрать этот синдром, как бы бессонницы, и при этом избавиться от нее на очень продолжительное время. Что очень важно сделать? Это прежде всего пересмотреть свой график, то есть тайм-менеджмент. Важно планировать на неделю, планировать все, что планируется сделать, куда поехать, кого увидеть, с кем встретиться, что сделать. Вплоть до того, что даже сколько денег потратить, очень важно все спланировать. Таким способом человеку будет легче контролировать весь этот процесс, и, естественно, напряжение будет спадать. То же самое на работе. Важно не нагружать себя настолько больше, чем ты можешь это сделать. Сделай работу сегодня столько, сколько ты можешь, за 8 часов. Важный момент, каждый человек для себя должен
изобрести, найти тот метод релаксации, тот метод саморегуляции, который будет помогать ему сбрасывать нервное напряжение. Не только нервное, но и мышечное напряжение. Сюда может быть... Входить могут какие-то медитации, какие-то упражнения дыхательные, которые помогают расслабиться. Очень здорово в этой ситуации помогает йога. Она действительно учит расслабляться, напрягаться, и это очень помогает в работе. Сюда входят какие-то прогулки на природе, общение со своими друзьями, может быть, посещение каких-то там мероприятий, зоопарков, театров, кино. Сюда же входит посещение саун, бани, они тоже очень хорошо снимают эмоциональное напряжение. То есть все это должно быть в графике любого человека, который заботится о своем здоровье. Также очень хорошо помогают общение с профессионалами своего круга. Например, преподаватели. У преподавателей очень часто происходят какие-то конференции, какие-то симпозиумы, где они могут пообщаться и поделиться своими знаниями. Это тоже снимает напряжение. И важно не быть в своих чувствах и эмоциях один на один. Лучше пойти рассказать о том, что происходит, поделиться эмоциями, сбросить эту эмоциональную нагрузку. Можно просто поделиться с друзьями, то есть если есть таковые. Можно обратиться к психологу, пообщаться с ним. Можно найти того человека там, где ты сможешь выговорить, проговорить, что тебя беспокоит, что тебя волнует. И может быть даже в каких-то моментах найти выход, какие-то мысли, как это можно трансформировать. Очень здорово помогает креативность. То есть креативность всегда меняет вот эту вот монотонность работы, которая приводит к истощению. Любая монотонная работа, те же самые бухгалтеры, почему очень быстро истощаются. Каждый день видеть такую кучу цифр, ну, тоже с определенным количеством времени приводит к такому истощению. Поэтому и в бухгалтерии тоже важно как бы навести такой порядок и сделать тайм-менеджмент. Чи існує профілактика професійного вигоряння? Можна якось попередити появу такого стану? Да, конечно, можно предупредить, и я уже об этом говорила. Это прежде всего заботиться о самом себе. То есть понимать, что только я могу позаботиться о себе. Никто мне не поможет сделать так, чтобы я был здоровый. Здоровье сейчас превыше всего, потому что все мы знаем с той ситуации, с которой сейчас у нас мы в больнице попасть не можем, к врачам попасть не можем, антибиотики исчезли на прилавках аптеках, тоже проблема, потому что ты заболеешь и все, и, ну, на самом деле лечиться не у кого. И это тоже создает свой вот такой вот эмоциональную нагрузку, которая приводит к профессиональному выгоранию. Ведь прежде всего человек начинает эмоционально сам лично выгорать, а потом уже идет профессиональное выгорание. И это тоже важно учитывать. Что мы можем сделать, это как раз те вещи, которые я говорила. Максимально понять, что я люблю, что мне нравится, где мой ресурс. Кто-то любит в лесу походить, кто-то любит грибы собирать. Пожалуйста, это действительно очень... эмоционально ресурсно, там, где человек может показать, ну, то есть начерпать ту силу и уже прийти с новыми силами на работу. А які можуть бути наслідки, якщо от ми говоримо, що синдроми професійного вигоряння схожі з синдромами стресу, депресії, чи може це з часом перерости саме у стресовий стан або навіть депресивний? Да, я уже об этом говорила. Прежде всего, как наше тело срабатывает? Тело срабатывает, когда идет очень сильное истощение самого тела, срабатывает соматика. Вот я уже говорила, что подключается желудочно-кишечный тракт, может быть эндокринная система, сердечно-сосудистые заболевания. И та часть там, где у нас в теле есть слабое, как бы какое-то звено, ну иногда вот бывает сердечно-сосудистая система слабая или наоборот желудочно-кишечный. И вот это эмоциональное напряжение, выгорание, этот синдром, он будет бить именно по слабым местам. То есть это нужно всегда учитывать. То есть мы, при том, что депрессия, вследствие синдрома выгорания, это депрессия. С депрессией тоже, ну, как бы выйти
Да, выходят люди, но это опять подключение и врача-психиатра медикаментозно, это время нужно выйти, это жуткие страдания, которые испытывает человек. Желательно, конечно, не доводить себя до этого. Ну і взагалі, якщо от підсумувати, краще звернутися до психолога або можна самостійно впоратися з цією проблемою, звернутися за допомогою до близьких людей і якось це пережити самому. Да, хороший вопрос. Действительно, есть категория людей, которые могут справиться сами. Есть категория людей, которым нужна помощь. Они не могут сами справиться. Я считаю, что нужно попытаться сначала самому. То есть посмотреть, пересмотреть свой график, своем здоровье, позаботиться, сменить как бы обстановку, может быть, даже уйти с работы, можно уйти поменять другую работу, и это уже будет какой-то вот новый ресурс. Если человек не справляется, то есть он уже видит, что как бы заболевания какие-то прогрессируют, депрессивное состояние прогрессирует, тогда лучше обращаться к специалистам. То есть если уже запущена форма, то только вылечить можно через специалиста. Самостоятельно как бы тяжелую форму практически человек сам не может справиться. Ему нужна поддержка, медикаментозная поддержка и, естественно, поддержка специалиста-психолога. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорила разом з психологиною Юлією Сіліною про професійне вигоряння, причини появи такого стану, такого захворювання та як впоратися з ним, що робити, аби вберегти себе від виснаження на роботі. Ви почули усю необхідну та корисну інформацію. Бережіть себе, своє здоров'я і своє психічне здоров'я. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!